И мы на моем сериале так подошли уже к реке Подстаухи. Вот он, поводочек рядышком. Так, уперлась. А вот она пошла. А вот она пошла, друзья. Она силы берегла. Смотрите, что творит, а. Она увидела меня и услышала. Она у меня услышала. Смотрите, 3 метра сходу. 3 метра сходу. А как шла, вообще не чувствовал ничего. Вообще ничего не чувствовал. Так, давай, давай, давай. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Это не цыпа. Это не цыпа. Это не цыпа. Так, гуля, гуля, гуля. Гуля, 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 гуля. Хорошая гуля, гуля, гуля. Я не вижу. Я не вижу ничего. Я ничего не вижу. Надо лунку почистить. Она здесь стоит где-то. Так. Песик. Это, наверное, песик. Ах ты мой хороший песик. Ах ты моя собачка, миленькая. Хорошенькая собачка. Так, ко мне. Ко мне. Песик, ко мне. Ко мне, мой хороший. Хороший песик, иди ко мне. Иди ко мне, так, так, так. Иди ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Thank you.
вот, друзья, и пришел наш долгожданный праздник, День защитника Отечества. Красный день календаря. Каждый его встречает по-своему. Кто-то встречает дома, у экранов телевизора, смотрит YouTube, надеюсь, мой канал. Ну, а кто-то, как я, это время проводит на рыбалке в надежде хорошей поклевки. И я думаю, друзья, Селигер меня сегодня поздравит с Днем Защитника Отечества. А я, друзья, поздравляю вас. Здоровья вам и счастья. Берегите себя и близких. В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя с закутой витязь. За столом одиноко сидит капитан. Разрешите, спросил я, садитесь. Закури, извините, Казбек, не курю. Ладно, выпей, давай-ка посуду. Да пока принесу. Пей, кому говорю, будь здоров, обязательно буду. Ну так что же, сказал, закурив капитан, водку пьешь ты красиво, однако видал ты вблизи пулемет или танк. А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиною такое очень многого, брат, за моею спиной. Чтоб жилось тебе, парень, спокойно. Он ругался и пил, он спросил про отца. Он кричал, тупо глядя на блюдо. Я полжизни отдал за тебя, подлеца. А ты жизнь прожигаешь, Иуда. А винтовку тебе послать тебя в бой. А ты водку здесь хлещешь со мною. Я сидел, как в окопе под Курской дугой. Там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: капитан, никогда ты не будешь майором. Ну вот, друзья, в День Защитника Отечества гуляют все. И рыба не ловится. Но у меня в секретной заначке есть 4 живца. 2 ряпушки, окунь и плотва. Будем смотреть. Так что проверять надо, но и заряжать надо. Зацепилась. Вот что-то тяжелое. Так, вот он мой контейнер. Все ссылки в описании, которые выручают меня каждый раз. Слушайте, вот она. Вот она, золото Селигера. Ряпушка. Видите, друзья? Вот такая замечательная ряпушка мне в прошлый раз попалась. Какая классная. Контейнер назад. Он нам еще пригодится. Может быть, после рыбалки что-то поймаю. Так, ушел. Вот она, ряпушка. Будем на нее ставить. И вы, друзья, на моем сериале «Крюки постовухи». Ну вот один рывочек был, и тишина. Я не думаю, что сошла. Ну, рывочек был, я почувствовал ее. И она почувствовала меня. И она, главное, почувствовала меня. Она поняла, что ее вываживают. Она вот сейчас идет спокойно, не спеша к лунке. Бережет силы для того, чтобы мне здесь устроить схватку. Показать, на что она способна. И она будет биться. Она будет биться не на жизнь, а на смерть, прекрасно понимая, что ее ждет. Дело в том, так, мой живец,
Так, друзья, сработала наакушка. Она вообще рядом. Я живца убираю и держу ее. Очень мягко подвожу. Вот она, друзья, видите? Вот она. Ну, давай, 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 давай. Не хочет, друзья, не хочет. Так, очень осторожно. Пробую еще раз. Очень осторожно. Очень осторожно. Так, завел ее, друзья. Завел, завел, завел. Вот она, красотка. Вот она, красотка, которая попалась на День защитника Отечества. Вот, друзья, какая замечательная рыбина. Вот она. Сейчас мы ее снежку очистим от снежка. Ну, подкилишник, подкилишник, подкилишник. Шикарная рыбешка, великолепная. Смотрите, какая. Вот такая великолепная рыбина мне попалась на праздник. Так, друзья, размотана не до конца. Немножко запутана. Сейчас будем разбираться. Перехлестнулся опять. Сейчас я раскручу. Так, раскрутил. Так, тяжело. Зацеп. Но идет. Тяжело. Зацеп. Но идет. Пружинит. Но идет. За что-то завела. И тащится вместе с этим. Пока. Не знаю. Опять сеть, что ли? Да что ж такое-то, а? Очень тяжело. Вот пошло, полегче. Оборвал, наверное. Не, тяжесть какая-то. Так, рывок был, ребят. Так, рывок был, похоже. Или мне показалось? Не знаю. Я, кажется, чувствовал рывок. Не знаю, пока не могу понять. Легко. Груз, может, там отрабатывает, что-то зацепил я. Тяжесть чувствуется. Пока рывков нет. Идет свободно. Легко. У меня там поводок стоит между леской и флюорокарбоном. 0,32 из лески. В принципе, мог бы оборваться, но выдержал. Ну, два карабина. Карабины тоже ломаются. Очень легко. Небольшая тяжесть. Так, рывок. Ну и как всегда, здравствуйте. И снова с вами Селигер. Я Владимир Миравов. И мой канал Селигерский хуторок. Окунь, друзья. Так, ну кто там, где? Надо посмотреть. Так, я ее видел. Нет, это плотва, между прочим. Это плотва. Слушайте, как пошла-то, а? Видите, постовуху вниз надо держать. Во как пошла. Слушайте, она подошла, посмотрела на меня. Поняла, с кем имеет дело. Оценила свои шансы. Оценила мои шансы. И теперь давай им со мной биться, драться. Во, зверюга. Так, еще раз подвожу спокойненько. Вообще не подвести. Встала где-то там. Встала где-то там, не идет. Вообще не идет. Зацепил за что-то. За леску, что ли? Багра нет у меня с собой. Блин. Я крючком зацепил за леску. За, наверное, за лед. Во, зараза такая. Попробую ложкой. Так, блин. Так делать нельзя. Видите, отцепил. Перехлестнулась. Хорошо не оборвалась. Так, обхитрила меня. Обхитрила меня. Стала подо льдом и обхитрила. Так, еще раз пробуем. Держу вниз. Так, пошла, 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 пошла. Так, лунку почистил. Лунку почистил, чтобы я ее видел. Чтобы она меня видела.
И чтобы вы, мои друзья, меня видели, что там происходит в этой лунке. Не знаю, как камера расположена, но я четвертый раз подвожу. Слушайте, опять вот, опять какая-то ерунда вот. Не могу завести ее. Так, что-то там происходит. Там с палкой она похожа, с травой. Щука хорошая. Багра с собой нету, ё-моё. Я не беру багром-то, всегда даю шансы. Вот дал тут шанс. Багра нету, а я... Давай, давай, давай. О, хорошая! За двуху! За двуху, друзья! 100% за двуху! Смотрите, какая! Смотрите, какая! Смотрите, какая прелесть, а! Вот это щучка! Мы все служили понемногу и где-нибудь, и как-нибудь. И вот, друзья, День защитника Отечества. Одна щучка и вторая вот такая замечательная щучка. И если Родина позовет, мы все равно встанем на защиту нашего любимого Отечества. А вам, друзья, я пожелаю, цените каждую секунду своего времени. Если вы дома, если вы на рыбалке, попробуйте сохранить эти приятные мгновения в жизни. А с вами, как всегда, был Селигер. Я Владимир Мировов. И мой канал Селигерский хуторок. До встречи, друзья, до встречи. До встречи на Селигере, на моем канале Селигерский хуторок. И пусть вам повезет больше, чем мне.